Вместо былой конюшни милицейского патруля – современная ветеринарная клиника. На базе временного пребывания животных, которые относятся к спецавтохозяйству, открылась ветеринарная клиника. Здесь будет оказываться широкий спектр услуг – от диагностики до лечения, а также будет проводиться профилактика заболеваний. Для этого в клинике функционируют смотровой, процедурный и хирургический кабинеты. К слову, это первая ветеринарная клиника в этом районе. Специалисты надеются, что их помощь будет востребована у любителей животных. Ветеринарная клиника открылась на базе спецавтохозяйства. Но это не говорит о том, что мы оказываем услуги только населению и, естественно, оставляем без внимания безнадзорных животных. Естественно, мы будем оказывать помощь и безнадзорным животным. Да? То есть, как бы, так же, как у нас раньше волонтеры ездили, возили в другие клиники лечить животных, теперь у них нет необходимости куда-то ездить, они могут всегда их привести к нам. То есть мы находимся, грубо говоря, совсем по соседству. В начале июня следующего года на базе ветклиники планируют открыть гостиницу для животных. Так каждый гродненец по необходимости сможет оставить своего питомца в надежных руках профессионалов и не волноваться за его здоровье. В данной ветеринарной клинике работают молодые специалисты. Она обеспечена высокопрофессиональными кадрами. Молодые, очень заряженные, можно сказать, своей идеей, целеустремленные, которые, я уверен, наверняка будут относиться к своим пациентам со всей душой и сердечностью, какой только можно.